Привет, друзья! Расскажу вам, что такое синергетический диалог. Когда нет главных и неглавных, когда все вместе занимаются решением общей творческой задачи. Вот. На примере, как мы сейчас разговаривали с моим другом, с нашим другом всех, участником нашей школы «Человек будущего Homo Futurus», выдающимся художником, выдающимся художником. Я ссылку там в комменте прикреплю, вы сами посмотрите. Это Ренат, он из Казани, он в Великобритании, живет в Лондоне, и я ему показывал свои картины. И он, значит, мне вдруг говорит: слушай, а как ты с композицией? Ренат Байбеков меня спрашивает, как ты с композицией. Я вдруг что-то тут задумался и говорю: а как ты думаешь, что у меня с картиной? Я ему показал картину «Древо», значит, на планете Эдем. Как я забыл, как она называлась правильно у меня. Ну, вы ее когда-то раньше в ролике могли видеть. И после того, как я Ренату показал, он говорит: вот насчет композиции можно было бы сделать так, чтобы она была сбалансирована. Я хочу этот ролик объяснить, почему я называю, как из картины рождается шедевр. Я думаю, стало шедевром, потому что он как раз, Ренат Байбеков, подсказал мне, как сделать там кое-что такое, чтобы она зажила. Зажила. Сейчас. И она действительно стала жить. Да, я вам покажу, да, эту картину. Посмотрите. У меня здесь было солнышко, оно было туда прилеплено. Он говорит: как дети рисуешь. Убери немножко, говорит, вот здесь от края. И здесь, говорит, здесь не было вот этого. Да, здесь не было райское дерево планетки Эдем. Здесь не было, значит, этого яблока. Он говорит: сделай здесь, чтобы был диалог. Ну вот, пожалуйста, я сделал диалог, и вот, пожалуйста, она ожила. И вот сейчас я вам покажу другую картину, которая там девушка с зонтиком, и он тоже мне помог. Он мне дал советы. Дал советы, сейчас я вам покажу. И она преобразилась. Она тоже ожила. Она тоже ожила. Да, вот смотрите, как это получается. Что такое друг, что такое советы конструктивные, что такое неконкурентный синергетический диалог, который позволяет из картины, картины на холсте или картины жизни, делать шедевр. Да, поэтому мы в нашей школе, общаясь между собой, именно в таком синергетическом диалоге, помогая понять друг другу, что мы хотим сказать, как раз-таки создаем из жизни шедевр. Да, друзья? А вы посмотрите его картины, которые у него там есть, картина «Как он видит мир», в зависимости от того, как раздвигает щели. Как раздвигает щели. Да. Ну, вы посмотрите, это гениальный художник. До встречи, друзья!